Люблю к обеду приглашенный, дорогу даль утомленный, в тени от зноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади креста, свой тяжкий грех осознавая и не посмев открыть уста. А слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Пусть видят все, кто видеть смог, она безмолвие рыдает и волосами утирает потоки слез Христовых ног. И дорогой наш сосуд еле прекрасно выливает, святые ноги омывает под ропот многих голосов. К тому, кто вскоре пострадает за искупление грехов, а слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Мой друг, стоящий в стороне, услышь призыв Иисуса нежный. Признайся, ты ведь тоже грешен и даришь душу сатане. И не стыдись того, что Бог твоей друзья. Тоже любит великий милующий Бог. Тот, кто душу его возлюбит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склони Господним ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророк.